неразборная арматура. Ее на заводе собрали, дали гарантию, говорят, лучше туда не лазить. Там все сделано как положено. У нее есть защитное покрытие, короче, качественность, так сказать, испытывается. Ну и вот она работает достаточно длительное время. Это элементы для ремонта трубопроводов. Что зачастую бывает в трубопроводах? Вода, трубы переламываются, то есть они идут не соосно, а с некоторым наклоном. Раньше приходилось раскапывать большие участки, укладывать, менять и так далее. Сегодня есть возможность даже под давлением воды, вот это прямо одевается на трубу, вот здесь можно компенсировать изменение угла, то есть перелом, небольшой раскоп, ставится эта труба, можно даже под давлением под каким-то, чтобы люди там могли работать. И работает дальше, и тоже гарантия практически. Это можно делать на любой срок. Ну и вот это пластиковые элементы, которые мы тоже сегодня начинаем делать. Это вот то, что мы будем делать в ближайшее время. И как бы это основная задача на этот год, поменять достаточное количество арматуры. Мы понимаем, что очень большое количество сети заменить нам в этом году, к сожалению, не удастся. Это, наверное, уже дальше задача будет. Но локализовать эти участки с наименьшими потерями, то есть чтобы это были небольшие отключения и, так сказать, быстрый ремонт, мы обязаны. Поэтому вот сегодня задача стоит такая. Ставим эту арматуру, ставим это оборудование, пытаемся локализовать быстро. Ну, я могу сказать, что на сегодняшний день любая авария, возникающая на сетях, ликвидируется в течение суток. На 1 января прошлого года было порядка 200, более 200 аварий, которые текли месяцами и ликвидированы не были. Вот сегодня такого нет.